Вот вроде как проснулся барсук. Для енота не должно быть так, я думаю, коготки отпечатываться. Ходит, кто-то шарится грязными лапами. Снег топчет. Так вот тут что-то рыть пробует. Жрать охота, наверное. Наверное, жрать охота. Тут он, похоже, чего интересного не нашел. Хотя нет, наверное, залез все-таки он туда. Залез туда. Тут порылся. Что дальше грязевых следов не видать. Или обратно пришел. Где я сейчас следы снимал. Или залез сюда. Так вот. Вот он здесь, похоже, чистится. Или чистился. Не понять, то ли с осени все так завалено. И он тут шерстинками. И вон туда хорошо так много налажено. И запах такой какой-то собачатины. Хоть нос вроде с соплями, а здорово так пахнет. Ах, не провалиться, главное к нему, а то он, наверное, злой. Как собака. Злой, как собака. Он тоже зиму перезимовал. Маленько еще подождет. Если не полностью, жировой запас у него кончился. И будет ходить потом лягушек ловить. Вот так вот. Думаю, что воняет. А тут, оказывается, вот он. Далеко не ходит. На краю пакостит паразит. По запаху, в общем, можно его искать. И вот она тропинкой набита. Вон туда он нора. Не хочет жопу морозить. По снегу далеко ходить. Рядышком. Все рядышком делает. Он, в общем, много тут так-то находил. Ну, идем дальше. Вот очередная нора. Ветер как раз сейчас от нее так поддувает. Тоже вонище стоит. Ужасное. Вон что-то вот недалеко сходил. И обратно. Вот так вот. Ну теперь точно все. Буду выходить в сторону дома. Налазился что-то я по снегу. Вот он попался. Барсук. Чонок. Thank you.